Сегодня мы поговорим о цвете мочи у мужчин с комментарием врача-уролога. Видео всем мужчинам смотреть до самого конца. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете увидеть весь контент, который выходит и который по тем или иным причинам не может быть опубликован на канале. Ну тогда начнем. О чем говорит цвет мочи? Итак, сначала о норме. В норме моча светло-желтого соломенного цвета, без видимых глазу примесей и осадка. Насыщенный цвет желтый или оранжевый говорит о ее небольшом количестве за сутки. Нужно больше пить. Первое. Моча красного цвета. Вероятно, есть примесь крови. Необходимо обследование для исключения опухолей, камней, передозировки антикоагулянтами, если пациент принимает такие и ряда более редких заболеваний. Второе. Моча красного цвета со сгустками, интенсивное кровотечение. Третье. Моча грязного темно-красного цвета, распад эритроцитов, клетки крови, которые переносят кислород, в моче, острая почечная недостаточность с поражением почек. Четвертое. Мутная моча, признак инфекции. Пятое. Мутная моча белого цвета, признак гноя. Также на цвет мочи влияют некоторые лекарственные препараты. Иногда, самым неожиданным образом, первое. Оранжевый цвет мочи, варфарин, антикоагулянт, витамины. Сульфасалазин, препарат для лечения неспецифического язвенного колита, болезни Крона, ревматоидного артрита. Химиопрепараты. Второе. Голубой и зеленый цвет мочи. Амитрептилин, антидепрессант, индометацин, противовоспалительный препарат, пропофол, снотворное для короткого наркоза, цимитидин, лечение язвы желудка, прометазин, антиаллергический, триамтирен, мочегонный препарат, метиленовый синий, краситель, третье, красный и розовый цвет мочи, рифампицин, противотуберкулезный антибиотик, феназепиридин, мочевой анальгетик, хлорпромазин, антипсихотик, теридозин, антипсихотик, четвертое, фиолетовый цвет мочи, фенолфталиин, слабительное, пятое, коричневый цвет мочи, хлорохин, противомалярийное средство, метронидазол, противопротозойный и противомикробный, нитрофурантоин, урасептик, фуразолидон, лечение кишечных инфекций, метилдопа, гипотензивное средство. Резюме мужчины. Если цвет мочи поменялся, то первое – проанализировать продукты питания, прием БАДов, лекарств. Второе – обратиться к специалисту. Ведь по цвету мочи можно заподозрить, что что-то пошло не по плану. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!